Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами Елена, я рада приветствовать вас на своем канале «Все для женщин». Дорогие мои, милые мои девочки, сегодня у меня информация лично для вас. Если интересно, мальчики пусть остаются, послушают, возможно, им тоже пригодится. Ну а сегодня мы с вами поговорим о похудении. Я предлагаю вам, дорогие мои, всего лишь один фрукт. Один фрукт, который поможет вам буквально за неделю стать легче на несколько килограмм. Штаны ваши будут свисать уже ровно через неделю. С боков уйдет лишний жир. Животик подтянется. И этот фрукт называется киви. Киви спасет нас от лишнего жира и поможет нам похудеть. Также киви мы с вами дополним кефир. Мы с вами будем готовить смузи из киви с кефиром. А также натощак по утрам будем съедать по одному киви. Ну, естественно, шкурку мы с вами очистим. Эту информацию я нашла в интернете. Попробовала вот уже буквально 2 дня. Девочки, милые мои, я очень довольна. Во-первых, я довольна тем, что моя пищеварительная система начала работать, функционировать правильно. А это самое главное. Во-вторых, у меня уже нет такой тяги к еде. В этом фрукте содержатся такие витамины, которые просто-напросто перебивают аппетит, перебивают тягу что-нибудь сожрать. Так что, мои дорогие, один фрукт, и штаны будут слетать. Всем рекомендую, обязательно попробуйте. Ну а сейчас я вам расскажу еще о диете, которая включает в себя киви, которая очень низкокалорийная. И, естественно, при такой диете вы по-любому станете легче. Итак, мои хорошие, недельная диета на киви. Киви-диета – это минус 5 килограмм за неделю. Она не имеет таких строгих ограничений в питании, но все равно является очень эффективной. А какие блюда будут присутствовать в рационе, решать лично вам. Но они обязательно должны быть низкокалорийными и содержать в себе минимум жира. В день следует съедать до 1 килограмма киви и 0,5 килограмма любой другой пищи. В вашем рационе должны присутствовать молочные и кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса и птицы, это телятина, говядина, индейка, курица, отварные в слегка подсоленной воде, другие фрукты, овощи и зелень. Исключение – это картофель, бобовые и фасоль. Каши и злаковые должны составлять 50% от массы всех дополнительных продуктов. К сожалению, от других продуктов питания следует полностью отказаться. Исключением является мед. Его можно добавлять в различные чаи и отвары. В день можно употреблять не более 1 столовой ложки меда. Эта диета категорически запрещена людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастрит, язва, колиты, а также повышенной кислотностью и сахарным диабетом. Перед началом соблюдения такой диеты, даже в облегченном варианте, лучше всего проконсультироваться с врачом. Итак, мои хорошие, я из кефира и киви приготовила замечательный смузи для похудения. Сейчас попробую. Чудесный напиток, чудесный просто напиток. Вот такой напиток вы можете спокойно выпить на ночь. И утром будете удивляться своим результатам, потому что ваша талия станет на чуть-чуть меньше. Очень вкусно, девчонки. Всем просто-напросто рекомендую. Готовьте и худейте. Худейте легко, правильно и вкусно. Вкуснятина. Ну а сейчас еще я вам хочу дать рецептик салатика. Очень вкусного, с добавлением киви.
Если вам интересно, оставайтесь со мной, смотрите дальше. Ну а сейчас, девочки и мальчики, я вам расскажу рецепт очень вкусного салата. Нам с вами понадобится 1 пучок листьев салата зеленого, 1 сладкий болгарский перчик, 1 киви, 2 перышка, 2 стебелечка зеленого лука. А заправим мы наш салатик 1 столовой ложкой французской горчицы. Можно сбрызнуть немного лимонным соком. Перемешать. Пусть салатик настоится хотя бы минут 10. Этот салат, я уверена, вам очень понравится и станет в вашем рационе питания частым гостем. Дорогие мои девочки и мальчики, сегодня я рассказала вам о замечательном фрукте киви, от которого уже буквально через неделю штаны у вас будут слетать. Если вам понравилось видео, если вам понравилась информация, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а в следующем видео я расскажу девочкам, которые у нас худеют, сидят на диете, возраста плюс, о замечательной маске, которая разгладит все ваши морщинки буквально за один раз. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока! И не забудьте зайти в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Буду всем очень рада. Худейте вместе со мной, худейте вкусно и правильно. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем удачи! С вами была ваша Елена. Пока-пока!